Итак, главная тема недели – большой разговор с президентом. Более 7 часов длилась эта общественная дискуссия. Дискуссия очень полезная. Этот марафон стал самым продолжительным за всю историю подобных встреч и, пожалуй, самым интерактивным. В споре, в дискуссии, как известно, рождается истина. Всем вместе, или, как говорят белорусы, толокой, проще решить, ну или хотя бы наметить или нащупать правильное решение той или иной проблемы нашего общества. И в финале программы еще несколько тем из большого разговора, несколько личных вопросов президенту. Костюм свой, рубашка импортная. Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют шить. Красный галстук тоже не наш. Я думаю, ну не скажу, что под Трампа постараюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке. Ботинки. Вот красавец сидит, Марк. Туфли взял свои, старые, и тебе передал, чтобы ты такие шил. Все время после этого Марка ношу. Спасибо. Если не веришь, я могу снять, показать. Надеюсь, так, спасибо. Туфли Марка, носки. Носки не видно, черные. Трусы свои. Вы знаете мое отношение к детям, и особенно к меньшему. Я стараюсь его учить всему, что я и сам умею. Я вот сижу с вами, разговариваю, приболел, а в школе пообещал, что он побежит сегодня на лыжах, хоккеист. Научил в свое время. И не знаю, как он там пробежал и выступил. Переживаю, что больной, пришлось бежать. Мне нравится то, что он не хочет быть президентом. У него нет этой болезни. Это он там мягко сказал, я смотрел его это высказывание там, что ну да, там папы нам хватило уже, старшие тоже. Нет, 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 особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют этой звездностью, и они не думают, что президент – это царствование. Они не любят этой публичности. Конкретикой люблю заниматься, типа хлебом, кондитерскими изделиями. Скоро мой шоколад появится. Единственное, что выйдет под брендом, как модно говорить, президент. Хочу поделиться с вами этим шоколадом. Он без сахара. На коммунарке, будучи с технологами, переговорил, изучил все это. И поручил, чтобы сделали этот шоколад. Ну и они нашли технологии. Он достаточно сладкий. Но он без сахара. Там используется стевия, это трава. И они сделали этот шоколад. И все время меня торпедировали. Народ требует, где шоколад? Его нет в продаже. Я говорю, ну вы что, не разработали эту наклейку? Ну, они упаковку изобрели, но вот сейчас технологи где-то в командировке вернутся, начнут продавать этот шоколад.